У нас вот такая вот поломочка, видишь? Ну, и сломать. Так, а на дальше вот какие планы? Не шируйте. Нет, сейчас тоже ничего не получается. Вот так. Нет, ну вставили так, как надо. На 117 километре спецучастка на обгоне машины в пыль. Организаторам, наверное, виднее. Они решили нас исключить из гонок, наверное, потому что команда еще молодая, еще опыта большого и авторитета нету в автоспорте. Поэтому надеемся на будущее.